Нам сегодня привезли сено. Мы его уже начали раскатывать по вольерам. Огромное спасибо всем, кто отозвался и помог. Да, доброго вам всем здоровья. Сено уже раскатываем, развозим под навес в разные места. Сейчас будем разносить его. Сейчас сначала убрать надо, чтобы не намокло. Раскатываем под навесы. А потом будем, ребят, разносить уже по будкам. Но под будкам уже не страшно. Что, мое солнышко? Мамины, хорошие детки мои. Господи, ребята, такой груз с плеч упал. У нас есть сено. Правда, этого нам не хватит на всю зиму. Но я думаю, что мы еще сможем закупить. Это сено очень хорошее. Хорошее сено. Ребятам будет мягко, тепло. Сено очень хорошее. Просто хорошее. Господи, на душе так хорошо. Даже, ну просто действительно здорово. Я не знаю, кто-то радуется там чему-то, подарку какому-то. Я радуюсь вот этому подарку. Это огромное счастье для нас. Огромное, огромное для нас счастье. Сено, смотрите, какое мягкое. Какое хорошее сено у нас, ребят. Это же счастье просто. Представляете, как будет малышам тепло зимой. Сейчас мы начнем его разносить по будкам. Сейчас. О, Господи, ребята, слава Богу. Слава Богу, что у нас есть сено. Да, мои хорошие. Да, вот, ребята, а вот крыши у нас нету. Очень нужна крыша. А здесь все открыто. Снег, ребята. Нам надо еще 4 линии закрыть крышами, друзья. Друзья милые, родные, перед вами приют, перед вами лохматая душа. Ребят, вот все мы перед вами нараспашку. Пожалуйста, смотрите, приходите к нам, дружите с нами, ребята. Вы наша жизнь, вы нам нужны, прошу вас, ребята. Друзья, дорогие мои, у нас старенькие есть, вот такие старички. Ребят. Ну так получилось, что они всю жизнь прожили. Есть малыши, есть взрослые, есть большие, есть маленькие. Ребята, это единственный закуток, который у них есть в этой жизни. Это единственное место их защиты. Нужен корм. Ребята, у нас нечего есть. Я прошу вас. Прошу. Они хорошие, они замечательные. Они умнички такие, мамины. А вот и наши дети. Вот наши детки. Мы сделали уже одну прививку, ребята, да. Мои золотые. Ребята, через 4 дня нам надо делать повторную прививку. У детей отопитель стоит. На ночь мы закрываем и включаем отопитель. А днем дверь открыта пока еще. Да, мои солнышки. Ребята, вот это наш последний корм. Вот это наш последний корм. Здесь на один раз. Вот это детский корм, первый прикорм. Его у нас хватает пока. Но для взрослых собак корма нет. Это все, что у нас есть. Корма, ребята, нету. Корм только вот этот, и все, больше нету.
Нам срочно нужен корм.